Новый Актеон на переднем приводе с двухлитровым мотором. Новый Актеон он так называется, а не потому, что он новый. Короче, сегодня будем менять стойки. Информации не так много по нему, поэтому снимем, покажем. Ну и в том числе артикулы стоек. Что-то я в интернете посмотрел. Во-первых, их несколько вариаций. Во-вторых, особой информации по ним нету. Поэтому посмотрим, что мы заказали, подошло, нет. И в конце будут артикулы. Верхнее крепление стоек по аналогии с японцами сделано просто. Три болта крепят опору, три шпильки, раз. Вторую вон туда они спрятали, а третью, ну, надо полагать, она вон там. Это все разбирать придется. В смысле, ну скажи, ты заебал? Ну давай хотя бы просто накинем. Чтобы как во всех видео, да, было? За 3 секунды все разбирают. Не, нифига. Сейчас я просто расскажу. Ну, легче показать. Сейчас никто не поймет, вот я уверен в этом. Надо показывать людям. Они люди тупые, блядь. Ты рэперов посмотри, они людям вот так только показывают. Люди тупые. Минус 1000 подписчиков сразу, блин. Так, короче, чтобы добраться до этих болтов, надо снять жабо. Жабо закрыто пластиком полностью. Вот здесь пистоны, клипсы. Вот такие. Это не отвертка, это пистон. Надо надавить по центру и выковырить его. Ну вот, более-менее как было. Дворники, как обычно, откручиваются гайкой, обратным молотком или специальной струбциной. Снимаются аккуратно. Так, здесь крепление, пистоны снимаются. Вот. Здесь вот тоже есть клипса. Потом вот эта штучка. А здесь еще что-то было, да? Нет, она прям на нее, да? Вот. Короче, вот. А, вот сюда. Вот. Нет, так. Нет, вот так. Вот. О, вот так вот она была. Вот, теперь. Он просто отщелкивается. Зажимы, вот, чтобы не сломать. Вот они как выглядят. Получается вот так. Вот так. Так, ну, сломать быстро. Все это отщелкивается, убирается. Это, ну, палка убирается. Тоже, Макс, убери палку. Вот это в бок. Это, хоп, снимается. Ну, конечно, уже после того, как все клипсы. И это жабо на себя. Оп. Вот там аккуратно дворники. Все. Здесь на жабо спецзажимы тоже вот они. К стеклу фиксироваться. Все. И теперь мы видим металл и резиновые заглушки. В смысле? Та. Обе. Да. Вот. Вот раз. Вот два. Чтобы можно было болтики открутить. Как положено у японцев, хотя это не японец, болты не на 13, а на 14. Вернее, гайки, вернее, под ключ на 14. Трещотки с разными удлинителями. Удобно туда подлазить. Если у вас нет трещотки с удлинителями, а есть рожковые ключи, ну, наверное, это будет ад. Замысел инженеров таков. Умирающий амортизатор, масло вытекает и смазывает все резьбовые соединения, которые потом надо будет откручивать, когда будет меняться амортизатор. Вообще гениально! Снизу два болта к ступице, шланг к стойке. Здесь АБС, с ним аккуратно, дорого-богато это выйдет. Дальше. Стойка стабилизатора. Ну, способ откручивания зависит от вида стойки. Некоторые шестигранником, некоторые вот отсюда сзади ключом. Так, ну и если стойка вот накрылась, то, скорее всего, стойка стабилизатора тоже. Убивай ютуба. Тоже внизу будут артикулы.
Так, сверху пока мы только расслабили крепление. Снизу все откручено. Теперь один держит, чтобы ступица не упала. Держит амортизатор, стойку в сборе. А другой откручивает сверху три болта, три гайки. Прицелился? Давай, чуть-чуть. Звезда ТикТока Макс Шрус. Наш ответ Клави Коки. Так. Мандо. И стандартный, снятый с Актиона заводской амортизатор. Они прям один в один. И штоки, и корпус все прям одинаковое. Ну и, конечно же, новый пыльник, потому что старый превратился в мочалку. Это еще ничего, с той стороны хана. Пыльник защелкивается на отбойнике. Весь этот сэндвич просто защелкивается и выщелкивается вот сюда, в корпус подшипника. Ну, даже не подшипника, получается, опора. Подшипник напрессовывается также на корпус опоры. Что, дальше все просто собирается в обратном порядке. И вот эта гайка все стягивает. Ну, дальше вешаем стойку. С помощью помощника закручиваем эти болты, гайки. Потом вот эти болты, крепящие ступицу, стойку стабилизатора, вешаем АБС, вешаем шланг тормозной. И все, можно сказать, все ништяк, готово.